неплохое японское представительство на московском этапе гран-при среди женщин. Вот на этапе в Канаде пристальное внимание публики было приковано в первую очередь к Сатоко Мияхари, которая заняла третье место вслед за Фагарилой и Вагнер. А мне, честно говоря, не меньше понравилась Рика Хонга, которая стала там пятой, но которая показала очень такое проникновенное и, мне показалось, значительно более взрослое катание, чем Мияхара. Такие плавные кошачьи движения. В общем и целом, присмотритесь к этой 18-летней спортсменке из Сендая. Она совсем скоро может начать впечатлять ничуть не хуже, чем Мики Андо и же с ними. По фактуре мне она почему-то больше всех именно Андо напоминает. Ну да, тулуп-тулуп, но чисто. Зачем в начале программы стоит каскад из двух тройных тулупов? Чтобы флип и аксель исполнить уже во второй части и получить 10% надбавку. С флипом он бы справилась исключительно хорошо, равно как и с акселем. Здорово! Неужто Хонга получает техническую составляющую оценки меньше, чем Ален Шартран? Ну, хотя бы компоненты тогда ей нужно поставить повыше. Вы как хотите, а мне очень нравится эта фигуристка. Я ее раньше не видел, только с нынешнего сезона. Углядел, что называется, и... Ну, не знаю. Кому и Сатоко Мияхара чемпион, а мне вот Рика Хонга нравится очень даже. В любом случае, среди тех японов, которые представляют собой новое поколение фигуристов страны восходящего солнца, для себя я выделяю именно Хонго. Чемпионка Японии среди юниоров, кстати. Немного, немало.